Завтра в Молдове переменная облачность. В Бричанах и Сороках 23 градуса, в Бельцах на градус выше. В Аргееве воздух прогреется до 25. В Тирасполе 26 градусов, в Львове 27. В Камрате и Кагуле термометры покажут 28 градусов. В столице также переменная облачность. Днем прогнозируют 26 градусов, ночью 16. В последующие сутки днем температура повысится до 32 градусов, ночью от 14 до 19. И о погоде в Европе. В Мадриде и Риме ожидается 36 градусов. В Париже и Берлине термометры покажут 25 градусов. При этом в немецкой столице грозовые дожди. В Лондоне 22, в Вене обещают 31, в Белграде на градус ниже, в Варшаве прогнозируют 27, в Праге 28 и осадки. В Будапеште и Бухаресте воздух прогреется до 29 градусов, в Афинах 34, в Москве 20, пройдут дожди. В Киеве на 2 градуса выше, в Анкаре 31 и солнечно.